Житель Оболтина Александр Иванович Тихонов, без преувеличения, человек труда. В 1950 году, сразу после демобилизации из армии, он устроился на лакокрасочный завод. Сначала работал грузчиком, потом выучился на электрослесаря, а после водил грузовики. На предприятии проработал всю свою жизнь и об этом совсем не жалеет. За 93 года жизни он видел многое, но самый неизгладимый след в памяти оставила Великая Отечественная война. На ней он был простым солдатом. Война запомнилась ему не только кровавыми мозолями на руках, но и страшным перенапряжением. В 1943-1945 годах Александр Иванович Тихонов служил рядовым солдатом в железнодорожных войсках. Строить нам все дороги, машины. Теперь уже, а тут все же в войну увозило, все заводы в Москву. Встречные машины паровозу стрелянцы стоят тут. Мы врезали переводы, отводили из Москвы перевод на состав, сделал линии. Он пройдет сюда, на Москву пройдет, задом сдаст и пошел на восток, туда решил. К празднику Победы Александр Иванович Тихонов получил памятную медаль и подарочный продовольственный набор. Коробку с подарками ему привезли волонтеры. В автоприцепе, который проследует по всем адресам, где живут ветераны, таких коробок много. Их получат все участники Великой Отечественной войны. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.